Хей, с вами канал Green Time. Помните, что скоро Новый год? Мы подготовили для вас интересный новогодний выпуск. Поехали! Мы повесили на окно красивую новогоднюю гирлянду. Это как раз тот самый подоконник, на котором мы зимой выращиваем все наши растения. Смотрите на авокадо, оно заметно выросло за эту неделю. За окном, как видите, прекрасная зимняя ночь. На Новый год аквариум нам тоже преподнес подарок. Анубиас зацвел. Извините за отклонение темы канала, но у меня к вам один вопрос. Почему Санта-Клаусу нужен ремень? Все ответят, пишите в комментариях. Всех с наступающим Новым годом! Пока!